Опа! Всем привет, дорогие друзья, с вами Тёмыч, и сегодня мы с вами поиграем в Лунтики с восстания Экзе Кошмара. Да, и судя по вот этим вот всем картинкам и даже по названию, ну, конечно, оно немножечко отличается, но это что-то похожее, по-моему, с прошлой версии Лунтика. Я уже даже не помню, как она называется, но, короче, что-то было там похоже. Скорее всего, это и от Лунтики от того же автора, поэтому давайте посмотрим, поиграем. А, да, у нас здесь, по-моему, полная версия, то есть это реально полная версия. Здесь у нас есть все серии, то есть третья, четвертая и пятая, конец кошмара. Вот, поэтому давайте поиграем, вот. Самую первую, конечно, о чем. Так. Восстание, кажется. Так, какие-то баги непонятные. Ну ладно. Так, окей. Куся, куда мы идем? Блин, как они прикольно ходят. Я видел одну пещеру, где очень красивая река. Ну. Сколько нам еще идти? Немного осталось. Окей. Походка, конечно, у них прям идеальная. Что? Лунтик, помоги отколотить... Чего? Подсказка, используйте левую кнопку мыши, чтобы отколотить. Блин, тут слишком быстро текст идет. Лунтик, это же кристалл. О? И чё? Он такой красивый. Вот все удивятся, когда мы им покажем кристалл. Ну окей. Так, они типа его забрали. Да, музыка играет. Так, окей. И что дальше? Что дальше было? Ну? Почему они так тут медленно идут? Странно как-то, ладно. Ой, ну сколько ждать-то? Давайте быстрее идите. Эй. О, наконец-то пришли. А хотя еще не пришли. Да что ж вы так долго идете? Ну нельзя было побыстрее, если уж бы не шли. Ну, все, вы уже пришли. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дядя Корней. Здравствуйте, дядя Корней. Кузя нашел кристалл, и мы не знаем, как он называется. Давайте я в книжке посмотрю. Давайте. Спустя 15 минут. И? И чё? Ребята, я не нашел кристалл в книге, но изучил его под микроскопом. Это просто ужасно. Я вам не отдам этот кристалл, потому что он имеет какое-то вещество, ну как яд. А яд, вы знаете, что им смертельно опасен, поэтому... Да блин, я не успеваю читать. Мы нашли этот кристалл в пещере, которая закрыта водосками. Сегодня я гулял, увидел пещеру, в которой был кусок бумаги. Там было написано, что туда опасно ходить. На бумаге был расположен путь. Я подумал, что там будет сокровище еще. И на карте была написана красивая река. Я решил сходить посмотреть, но пещера была заколочена досками. Я еще... А еще мне было скучно. Я позвал, как обычно, не успел. А, понятно. Офигеть, как так можно быстро читать? Нужно сходить за инструментами, чтобы починить сейф. О нет, я разбил кристалл, нужно сходить за тряпкой. Да, видимо, автор слишком быстро читает, поэтому... Чё? Чё это было сейчас? Это типа вылетел из кристалла кто-то или что это было? О нет, яд впитался в землю, это плохо. Нужно поместить... О, да как так можно быстро читать? Это точно яд? По-моему, это не яд, это какая-то херобурина. Летающая, черная. Спустя 5 минут, ну... И что это такое? Наконец-то я смогу разговаривать на других языках. Теперь нужно открыть портал. Теперь это мой мир. Что? Это ж... Ой, тихо, громкость. По-моему, это была какая-то разговаривающая картошка. Кузя, пойдем ко мне домой. Давай, папа-капа, наверняка...
Как так можно быстро читать? Кузя, а почему небо покраснело? Действительно. Что? И правда, пойдем поскорее домой. Ага, пойдем. Да. Кстати, прикольно они идут, по воздуху прям летают. Деда, что ты читаешь? Это письмо от дяди Корнея, хотите прочитайте? Корней Корнеевич, соседи скорее ко мне в нору. Я обнаружил, что небо стало красного цвета, и еще летают новые насекомые. Это, по-моему, Лунтик и Кузя. Скорее зовите всех, кто еще остался, потому что... Деда, пойдем скорее в нору. Сейчас пойдем. Ну ладно. Кузик, мы бежали домой из-за красного неба. Лунтик! Деда! Что? Что? Что за звуки? Спустя 20 минут. Откуда? Что за звуки это сейчас были? Значит, вы разбили наш кристалл. Да, я еще думаю, что из-за этого кристалла покраснело небо. Я его разбил, и началось. Но мы в безопасности, потому что под микроскопом я узнал, что он защищает нас от монстров. И что нам теперь делать? Пока будем думать, что носить. А сейчас мы в безопасности. Окей. Вот эти вот звуки, конечно, я не знаю, это он, автор, издавал такие звуки или кто? Продолжение следует, конец первой серии. Скорее всего, первая глава, а не первая серия. Ну ладно, давайте поиграем вторую. Вот, секретная сфера. Господи, что сейчас будет? Что делать будем? Давай тут-то, тут-то, давай тут-то. Господи. Используйте АД, чтобы догнать Лунтика. Серьезно? Как мы таким образом догоним, если мы уходим, блин, я не знаю, сколько секунд. В минуту. А, мы его все-таки догнали, ничего себе. А пойдем туда? Куда? Смотри, лестница. Какая еще лестница? Что? А, теперь мы догоняем его. О, господи, что здесь происходит? Из кристалла какой-то черный кружок вылетел, вселился в картошку, и из-за этого покраснело небо. Что здесь вообще происходит? Зачем вообще они вообще этот кристалл подобрали? О, ничего себе. Вот это лестница. Кузя, не надо. Ого, что тут оно делает? Брат, выбери... Чего? Кузя! Ой, сейчас, наверное, будет вор выше гор, да? А, нет, смотри. Полетели! Скорее в нору! Ну, да. Минус Лунтик. Спустя 5 минут. И? Кузя, зачем вы пошли на улицу? Там опасно. Ни в коем случае нельзя туда выходить. А, кстати, где Лунтик? Простите, дядя Корней, но Лунтика влетело кое-какое черное насекомое. И потом Лунтик пошел куда-то. Я решил сообщить вам, мы ведь будем его спасать. А, Кузя, только не это. Что случилось, дядя Корней? Я уже быстро читаю, потом. Кузя, Лунтика мы уже не спасем, его больше нет. Откуда ты знаешь? Почему? В него вселились. Если мы хотим спасти всех жителей леса, нам нужно спасти мир. На, в него вселилась... Черная картошка. Идеально. Спасти мир? Да. Прикинь. Давай. Кузя, отвлеклись от... Вот мое новое изобретение. Лунтик, война. Настройки заблокированы для вашей же безопасности, либо нету связи по причине ОК-27ИЛ. Чтобы это было. Значит... Это что, типа, чей-то рабочий стол? Ой, нет. Мы будем... Подожди, а почему пчеленок здесь? Разве мы... Мы ж не играли еще за пчеленка. Ну ладно. Так, все, сражаемся с картошкой. А, вот. Давай, атака. Камнем. Бум. Звука почему-то в игре нету. Могли бы какую-нибудь типичную музыку вставить. Чтобы хоть что-то было. Так, ну хорошо. Картошка, мы досправимся. Да, ну мы по 100 отнимаем. Или там будет 200 еще отнимаем. Ну, по-разному, короче, да? Сейчас посмотрим еще.
Ой, господи, эти битвы реальные, они уже... Лично мне уже надоели. Да, по 100 отнимают. Но это мы сейчас будем долго сидеть здесь. А, ну отнимает по 150. Слышишь, картошка, ты там не это? Давай, подлечимся. Я не знаю, что-то мне даст или нет. Возможно, что-то и даст. Так, все? А, не, смотри. Промазал, блин. Так, ладно, давайте вот так вот сделаем. Зачем он вниз кидает? Он же... Картошка. А, ну да, ты же картошка, ты же ничего не знаешь. Так, ладно. Все, теперь у нас было почти одинаково. А, он по-разному отнимает. Бывает 150, 150, бывает 50. Так, давай мы уже его атакуем наконец-таки. Давай, хопа. Отлично. Не, ну это на самом деле вот немножко сложно. Что там? О, да там на меня еще кто-то подписался, спасибо. Хоть какой-то звук хоть появился. Так, ладно. Ну, да блин, мы так сейчас проиграем, алё. Блин, какой-то странный, если честно. Ладно, короче, все, давайте просто играть, все. Просто играть, без комментариев. Так, давайте мы его атакуем. Не, давай лучше подлечимся. Серьезно, вот из-за того, что он долго, он сейчас нас быстрее убьет. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Так, давай, давай, давай. Атака. На, 500, еще половина осталось. У нас, в принципе, практически с ним порм, только он меня чаще будет сносить. Да? Ну ладно, мы будем все равно использовать атаку, чтобы быстрее его добить. Ой-ой-ой, вот здесь надо подлечиться, наверное, да? Да, да, надо подлечиться. Только нормально меня подлечи, хорошо? Ну, в принципе, сойдет, хоть что-то. Так, 200. Ой-ой-ой, что-то все меньше и меньше становится. Давай, давай, быстрее, лечение, лечение. Блин, она плохо лечит. Что оно мне дает вообще? Это лечение. Оно мне ничего не дает, уже 75, все, я проиграл. Ну вот еще. Ну блин, серьезно, ну хоть бы сделали там 200, тогда было бы уже быстрее бы. А там мы будем реально долго сидеть, и смысл вот этого. Все, я проиграл. Вы проиграли, пчеленок помер. Я не... Блин, можно это не пробовать еще раз? А, вот так вот. Экстра какая-то появилась. А, типа звездочка появилась прям как во ФНАФе, что ли, или как? Походу, нам придется все-таки его победить. Ладно, буду сейчас пробовать. Короче, ребят, в общем, я уже третий раз играю с этим... с этой картошкой. Я не знаю, как... Кто это вообще, я не понимаю. Но смотрите, я в основном атаковал. То есть я подлечился только один раз. И уже, посмотрите, уже остался один удар. Все, я выиграл. То есть, оказывается, даже лечиться и не надо было. Просто надо было атаковать. И все, да? Все, я выиграл. Настройки открылись, нет? И что? А, смотри. Нет связи. Пропала связь. Как это? А я еще хотел. В какую сторону мне пойти? Ой. Вы проиграли, кузя лепешка. А, камень! Действительно камень. А что это такое еще? Так, на shift прыгать. Все, понял. Блин, охранять. Так, вниз, 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 окей. Что-то звуки какие-то странные. Так, ну мы, походу, уже пришли, да? Блин, как он прикольно идет, только сейчас заметил. Да, дядя Корней, что вы там делаете? Кузя, я занимаюсь делом. Кстати, да, зачем ты ко мне пришел? Корней System. Что это такое? Ладно, помоги. Чё? Продолжение следует. Конец второй серии. Короче, ребят, давайте на этом закончим, потому что я с этой картошкой сражался очень долго. О, кстати, звездочка пропала, смотрите.
Странно. Ну ладно, вот. Если вам, ребят, понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, комментируйте это видео. Вот. Ну и с вами был Тёмыч. И всем удачи, всем пока.